постоянно видеть. Мы рассказываем историю одного маленького человека на фоне больших исторических событий. В данном случае мы рассказываем историю боевого холопа по имени Иван и его помещика Тихомира Ивановича. Встань, пожалуйста, сюда на камеру, я на тебя буду говорить. У нас был очень тяжелый месяц подготовки, очень сжатые сроки, огромное количество проблем. А на Урале историческое кино фактически не снимается, поэтому здесь у нас нет ничего. У нас не было ни костюмов, ни нормального реквизита. Было огромное количество организационных проблем. Как у детей, да, знаешь, надо резиночки. Давай, держи. Там один шлем чего весит. Ну, как бы хотелось всем перчаток, конечно. Ну, просто, по идее, конечно, воевать голыми руками они физически не могли. Нету на русских, к сожалению. Даже в Москве нету перчаток вязаных. Из-под кольчужных. Так. Теперь по портретикам для... Боже, какой бородатый классный. Это офигеть. Господа поляки, вы можете с сегодняшнего дня не бриться, а усы будут приклеиваться отдельно. Угу. Как настоящая фамилия была у Минина? Ты на тест? Конечно, тебя позвали на тест? На тест, да. Все, тот Витя, тот... Бердинский, что ли? Нет, Минингулов. Минингулов. Он же родом из Казани, у них же там все просто. Это потом они в Нижний Новгород переехали. Минин, Гулов убрали, Минин оставили. Ладно, с вами можно долго беседовать, интересно. А вы кто? А мама у него Анкудинова. Вы поляки? А, вы поляки. Я гонец. Ты гонишь? Подожди, а ты Иван? Он Иван? Да, да. Он Иван? Да, он Иван. Он лучший Иван. У меня пришел главный Иван. Я другую, подожди. Интересно. Понимаю. Да нет, она может быть просто позвонила. Мощно. Да, секс из меня уходит мгновенно. О, холоп. Как зовут вашего героя? Иван. Чем он будет заниматься во время фильма? Это главный герой. Служить верой и правдой вот этому прекрасному человеку. Ты же меня не оставишь перед боем. Мне интересно будет работать над этим персонажем. У меня такое ощущение, что я как будто свою родовую память в себе сейчас пробуждаю и надеваю просто то, что носил когда-то. Мне очень комфортно в этом. Мужчины, внимание! Приготовились и начали! Ты, прежде чем в атаку бросаться, ты покажи, что ты собираешься противника-то сейчас хорошенечко приложить, да? То есть это не так, что будет? Это не раз, два, три. Это... Не так уж сложно ставить сцены боя, если ты понимаешь, что именно должны передать персонажи, и эти персонажи имеют хоть какую-то подготовку. Вот, например, сегодня нам понадобилось сколько? 2-3 часа для того, чтобы парни с минимальным уровнем подготовки уже показали нам достаточно качественные сцены второго плана. Если что-то идет не так, по любой фразе в отработке, очень важный момент любой тренировки, фехтовальный, для поединка, для постановки, неважно. Нельзя останавливаться. Надо как-то закончить. Надо как-то продолжить. Погнали. Мне кажется, что, в принципе, подготовка любого фильма — это тяжело и сложно, нужно решить много задач, но в данном случае все еще сложнее, потому что это костюмы, это сложные локации, сложная логистика, то есть чем больше
ты уходишь в жанровость или в какую-то историчность, или наоборот в будущее, то тем, мне кажется, больше умножается сложность всего проекта. Но в данном случае это правда сложно. Что бы делал Минин, если бы стоял на моем месте? Братья и сестры мои! Пошли. Шестьдесят пять. А чего? 65-й? Да. Может пообщить? По фонам, да, вы же хотели подробиться. То есть, грубо говоря, табличка может стоять как вот так, так и вот так, так и вот так. Да нет, не проблема. Проблема в том, что я хочу, чтобы они вдаль ускакивали. Это не нужно, это нет хрона. Кадр заканчивается вот здесь, на табличке. На ними должны остановиться. Ну давай подальше. Да блин, ты офигел. Ты же любишь бегать, ты мне сказал. Неправда. Давай, давай, дей ног. Серег, пробеги со мной тоже. О, как мило, парни. Вы можете как лошадь. Да не, нам нужно нормально. Камера! Помощь ваша нужна. В Нижнем Новгороде новое ополчение собирают. Мы сейчас будем тестировать дым. Он для боевых сцен. Думать, что мы с этим делаем. Без дыма нихуя не выйдет. Ну, пробовать еще другие шашки, самые большие. Так надо по количеству их понимать. Нам надо понять себя, как одна горит, большая. И сколько их всего у нас. Да. Ну, если у него всего 6 как бы на все, и на репетицию, и на съемку, тогда нет смысла вообще ну, снимать. Да, конечно. Да, большой. Какую площадь примерно по размеру нужно задымить? Ну, типа квадратов 30-40, да? Да. Причем днем на солнце. Днем на солнце. 5 часов, густая стена. Ну да. Ну, даже побольше. Да, даже побольше, наверное. Да, побольше. Сейчас смотрим завесу. Завеса есть. Блин. А подойдите поближе друг к другу. Это бой, детка. Ой-ой-ой, Санечка, снимаешь? Таванечка, я их потерял. Короче, нужно очень близко подходить. Ёбаный бро. Так, короче, работает. Мы решили все вопросы. Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Давай лучше. Давай я спрошу. Лучше я Ванечку тебе поручаю. Ну, он что отлетит. Я, кстати, ни разу. Я ни разу в жизни не бил тарелку. Ваня, это первая, наша первая. Да. Если я разобью сверху, меня не убьет, да? Давай. А нас. Не бойтесь. Сцена 1, кадр 1, дубль 1. И начали.
stay dead, stay dead. You're dead and out of this world. Стоп, переходим на кадр 2. Очень интересно, но ничего не понятно. Сцена получается начинается отсюда примерно. Значит, на точке восточно поставим, и мы идем, получается, по всей этой тропе до нашей базы. Ты, кстати, за холопом-то своим бы приглядывал. Кто ж тебя в битве прикрывать будет? Да, в твоем возрасте тяжело самому. Вот здесь отглядываетесь, он должен быть. Вы знаете, что он за вами идет? Опа, а его нету. И все, мы здесь стоп. Ты, кстати, за холопом-то своим приглядывал бы? Кто ж тебя защищать будет в битве? В твоем возрасте тяжело самому. Раз, два, стоп. Стоп, стоп, стоп. Вань, будет вот так, короче. Так, 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 так. Так, прям. Там что дальше-то было? Бог с нами. А, Бог с нами, да, про смерть. Давайте сначала. Так вернем же его назад, братья мои! За Бога! И нового государя! В атаку! Ну, стоп! О, обосрались бы! Это... Короче, мы набрали... Ну, да. Это столько, сколько людей, столько и будет? Мы будем размножать. Размножать, да, все. Coming straight from the underground. A young nigga got it bad cause I'm brown. And not the other color, so police think they have the authority to kill a minority. Fuck that shit cause I ain't the one for a punk motherfucker with a badge and a gun to be beaten on. And thrown in jail, we can go toe to toe in the middle. Братья мои! Не я вас здесь сегодня собрал! Этот проект сложный, потому что у нас нелегкая организация, и у нас слишком мало людей вообще на площадке, поэтому это главный, да, такой момент, который немножко нас всех отвлекает. Работа проходит супер, все у нас благодаря нашей команде. У нас классные режиссеры, и операторы, и продюсеры, и у нас нет токсичных людей, что очень важно для команды, поэтому все супер, кайфуем. Я вот делаю вызывной и шутинг план на завтра. А у нас вот продюсер вместо меня сейчас командует всей группой. О, дождь! Нет, не дождь? Нет. Давайте сюда, на середину поля, все рады. Мне понравилось, когда мы снимали на поле. И в лесу, на поле мы снимали бой, у нас было много очень массовки. И это было максимально эпично, потому что у нас шел сильный ливень, у нас все промокли. Начали. И на лицо Ивана снова. Поправь шлем и посмотри на него. Пошел дальше. Ага. Стоп! Вот это был хорош. Но актеры просто офигенные, особенно наш главный Андрей, который, я не знаю, как выдержал такую огромную смену под дождем, и вообще он герой. Сегодня получилось как-то. Нельзя такое снимать! Нет, надо, Андрей, надо. Получилось все до собственной крови на ладони.
Это максимально реалистично при условии, что у нас тупые сабли. Очень тяжело работать с дымом уже. Очень, да. Давайте, ребята, выберите дыма. Выберите дыма. В какую сторону? Давайте ускоримся. А так сложностей не было. Тем более, что группа профессиональная. И они, несмотря на то, что они очень молодые ребята, они профессионалы. Ребят, спасибо еще раз большое, что вы собрались все здесь. Это очень большой проект вообще для нас всех. Эта работа навсегда останется с нами. Все государство ныне находится. Легко попадем в вечный раз над поляками и шведом. А все потому, что забыли бояре, как бога боятся. А сами позвали иноземцев на помощь. А может нам еще турецкого царя на престол посадить? Нет! Стоп, это было. Всем спасибо. На сегодня смена окончена. Пошли работать дальше.